Всем привет, с вами Егор. Выключили у нас в деревне свет, достали лампу китайскую Сианкор, заправили ее 92-м бензином. Ну, правда, заправляли летом, полгода назад. Пользовались последний раз. Да, сейчас будем запускать. 30-40 очков надо сделать. Бензину здесь где-то вот так. На половинку будет. Сколько оставалось с того года? Смотри, с первого раза запустилось. Сейчас разогреется генератор. Вниз максималка, вверх выключена. Тут есть маленькая стрелочка такая. Работает очень интересно, надо приноровиться. Ну, по крайней мере, сейчас она вышла уже на максималку свою. Ну, стекло, конечно, немножко запотело, точнее, закоптилось, потому что не пользовались лампой, наверное, летом, наверное, в августе последний раз. Сейчас февраль. Сейчас вот она разогревается. Ну, вот, наверное, вышла на рабочую температуру. Еще раз низ, тут 130-140, чуть ниже по ободку 120, само стекло около 200, ну и ниже, где идет уже сама емкость с топливом, как видим, температура не превышает 30-40 градусов, что вполне допустимо для всех. Включаем лампочку на 0. Эта стрелочка у нас уходит в вертикальное положение. Ну, параллельно можно немножко стравить давление. Зрелище неописуемое, на самом деле очень красиво. Видно, как догорают остатки газа, как они распределяются именно по этой каталитической грелке. То есть видно, что газ, то бишь бензиновая смесь, угорает полностью. Первичная, вторичная и конечная. Поэтому это ответ для тех, кто говорит, что бензиновые лампы сильно пахнут. Я могу сказать, что у меня в доме бензином не пахнет.